Лайкин. Попадает в штрафную. Галятов, скидка отличная. Шитов бьет. Попади и... И вперед. Вот теперь... Здорово! Галятов! Мы уже забыли о нем! Вот он о себе напомнил, но забить. Корский сейчас... Не удалось зацепиться девятому номеру за мяч. И вот сейчас спартаковцы будут начинать... Отличный пас, Галятов! Решил пробить ближний, вратарь справился, Сунгатов... Очевидно, что боль в руке, она по-прежнему присутствует, он реагирует на нее. Хороший заброс на Галятова, удар! И 2-0! Московский «Спартак»! Сразу зацепил Лавакор, отобрал Галятов. Можно левый был убить, под правую, очень хорошо пробить Галятова, Галятов штрафной, но... Здорово обыгрывает Галяк соперника, простреливает мяч. Сейчас остановил, но пробить ему не удалось. Вот быстро по атаке разыгрывает комбинацию возле штрафной. Здесь Мельник уже бьется своей левой. По атаке Спартак. Вот хорошая передача. И Галятов здесь здорово на Левченко, но он разворачиваясь вот Ванков фронтайвл. Вот красивый обыгрыш. И подачу в штрафную. Галятов потрясающий мяч направляет в ворота соперника. Илья Галятов. Галятов. Вот такая передача. И... Так, интересно. Подача невысокая, и Галятов исполняет. А помните, я вам говорил этот эпизод, да, что вот он не деливает. Снова он. Стоим, смотрим. Прокидушечка. Неплохая. Проходик. Но пробить-то вносит. Не может пока подняться игрок Спартака. Но атака красно-белых продолжается. Пилипенко на коротке. Галятов убирает. Там садится свободный игрок. Мельников не доходит. Ultimate Sports. Grow with us.